Всем привет! Сегодня продолжаю чистить God of War 2018. Сегодня буду пробовать завалить самую паскудную. Самую грозную, наверное, и самую жестокую из Валькирии Рота. Валькирия Рота. Поэтому не знаю, с какой попытки я ее завалю. Может, вообще не завалю, поэтому... Ну, не будем о грустном, поэтому поехали. Валькирия Рота. Сцена 69, дубль 1. Поехали. Она, кстати, зеленая тоже. Интересно. Вот что значит с этой Вальди делает. Так, не словила. Второй раз. Третий, блин, словила. Так, три раза может она. Я понял. Давай ее учить поначалу. Опять полетела. 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 Я просто слишком близко был. Так, можно в это время ее... Да, можно дуплить. Ослепил. Хорош. Она стоит, долго думает. Так. Раз. Два. Остановилась. Хорошо. Блин, можно было ее дуплить два раза, три раза, да? Раз. Два. Три. Ём. Рис Мерингольд. Меня она распоминает. Так. Хорошо, 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 хорошо. Идем. Вообще великолепно. Раз, два, три. Есть. Что делает? Раз, два, три. Блин, зарано прыгнул. Ну что я делаю? Что я делаю, а? Раз, два, три. Дуплим, дуплим, дуплим. Ослепил. Обездвижил. Раз. Два. Не, это был... Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Раз. Два. Три. Блин, не успею уже. Волков, волков, волков. Вызывай волков. Блин, она меня кусанула своим крылом. Раз, два, три, бьем. Ослепил. Блин, она меня словила. Сдохни, 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 говорит собака мне, прикинь. С первого раза. Фига, крылья с первого раза. Блин, аж прослезился. Слезы реально идут с глаз. От радости. Спасибо. Надавал ей народ. Но почему я была в заточении? Это все ваша королева. Но почему Сигрун решила помешать нам? Это мы и пытаемся узнать, госпожа. Продойдем дальше. Почему она могла такое сделать? Нет. Без Валькирии те, кто погиб в бою, не попадут в Вальхаллу. Души умерших заполонят Хельхейм. И море мстительных мертвецов затопит Мидгард. Для Валькирии это величайший позор. Мне пора. Я должна попытаться все исправить. Прощай. Иди с миром, сестра. Блин, не знаю. Все говорят, что она жесткая такая. Я уже прям настроился очень. Блин, ну классно вообще. С первого раза получилось. Вот тебе и ответ, голова. Королева ненавидит Одина и заточила Валькири, чтобы досадить ему. Сигрун ненавидела Одина, это правда. Но ее долг, обязанности... Неужели она правда все бросила, чтобы ему отплатить? Не верю. А я верю. Ненависть Си... О, рукоять Валькирии прям на этот? На клинки хаоса? А...
Ну да, конечно ставим. Конечно ставим сразу же, ты чё? Естественно. Надо найти королеву и остановить ее. Мне жаль, Мимир. Да, не жалей, парень. Сигрун сама виновата. Но я бы хотел... Впрочем, что тут в падениях? Как ее найти? Я не знаю. Она может быть где угодно, в любом мире. Мы найдем ее. Должны. Судьба Мидгарда зависит от нас. Что я хочу вам сказать. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, репостите. А я ее завалил с первого раза. Всем пока-пока и до новых встреч.